Всем привет, с вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах, выступающих за рубежом, и сосредоточимся на Алексее Миранчуке, который отметился голевой передачей в матче против Кальяри в очередном туре серии А. И хотелось бы отметить, что его голевой ассист стал решающим для исхода данной встречи, потому что победа Аталанты со счетом 1-0 была добыта как раз-таки благодаря передаче Миранчука и успешным действиям Муриэля на острие атаки. Именно эти два футболиста на последних минутах уже матча смогли забить единственный решающий гол, смогли оформить вот эту голевую атаку. Ну и, конечно же, после этого мне стало интересно, что пишут итальянские фанаты касательно действий Миранчука в этой встрече, как они относятся к нашему футболисту и каковы перспективы Алексея в Аталанте на данный момент. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Ну и, кстати, хотелось бы напомнить вам, что у меня есть еще один канал, который посвящен кино и сериалам. Ссылочка будет в описании. Здесь я разбираю последние киноновинки, а также популярные сериалы. Вот, например, сейчас я готовлю разбор последнего сезона сериала «Викинги». Так что, если вам интересны новые свеженькие фильмы, а также разборы сериалов, «Игра престолов», «Викинги» и так далее, проходите по ссылке в описании на мой второй канал. Прима Тюльпани написала: «Вот это ассист от Миранчука». Ну, для справедливости в этой ситуации не было ничего выдающегося, но, с другой стороны, и недооценивать заслугу Миранчука не стоит. Он здесь очень здорово разобрался и очень своевременно перекинул мяч на противоположную бровку. Аль Наздалима написал: «Мне понравилось, что я увидел в исполнении Миранчука. Вошел в игру, помог нам начать хорошую голевую атаку и помог нам лучше владеть мячом и забрать нужные очки». Ну что ж, действительно вполне себе обоснованные комментарии, поэтому, опять же, переоценивать действия Миранчука не стоит. На мой взгляд, если не брать в расчет вот голевую атаку, то в целом он провел не самый сильный второй тайм, выйдя со скамейки запасных. Но при этом, как говорится, победители не судят. А здесь именно Миранчук с Муриэлем принесли своей команде победу. Давид Эталепарто написал: «Наблюдал сегодня потрясающего Миранчука». Но опять же, может быть, я не тот матч смотрел или как-то по-другому его наблюдал. Но, по-моему, за пределами вот этой голевой атаки Леша ничего прям особого не показал. Алессандро Полони: «Разницу сделали наши замены. Миранчук был блистателен». Но здесь следует отметить всех футболистов, вышедших со скамейки, и Муриэля, тоже резервиста, который вышел и забил мяч, и Де Рона, центрального хавбека, который добавил в середине плотности. В общем и целом, у Аталанты очень мощная скамейка, и здесь Гасперини, их главный тренер, эффективно ей воспользовался. Эль Бьянке Альберто написал: «Очевидно, что появление Муриэля, Миранчука и Мели решили исход в нашу пользу. Рисковали сегодня потерять 2 очка. Нас спасли только классные футболисты, вступившие с лавки». Ну, вступившие с лавки, то есть вступившие в игру с лавки, со скамейки запасных. Ну и хотелось бы отметить, действительно так оно и есть. Миранчук и все остальные здорово добавили команде активности во втором тайме. Потому что в первом тайме там была просто печаль. У Аталанты 2 удара за первые 45 минут. Это, конечно, ужас. Адель Бускейла написал: «Миранчук провел хороший матч. Порой великолепно обращался с мячом, как, например, в случае с этой результативной передачей на Муриэля». Ну, тоже не поспоришь, в плане владения мячом Миранчук действительно очень классный футболист, который умеет работать со снарядом и который умеет играть в пас, что он, в общем-то, здесь и доказал. Якомино: «Мне Миранчук понравился намного больше Иличича».
Ну, увы, тренер Аталанты Гасперини в этом плане не согласен будет с данным болельщиком. Он считает Иличича более толковым футболистом, более опытным, надежным, поэтому Йосип регулярно появляется в основе, а Миранчук сидит на скамейке. Арзабас Инац написал: «Заметно, что Миранчук прибавляет и растет». Паскуале Ланча: «С выходом Дерона и Миранчука в нашей игре добавилось эффективности». Но опять же, к вопросу о том, как здорово вышли футболисты со скамейки запасных. Ломбадио 91. «Выскажу немного негатива по поводу Миранчука. На поле он кажется мне бесчувственным роботом. Постоянно хихикает, как будто он не понимает сути футбола. Неважно, совершил он ошибку, сфалил, либо еще что-то произошло. Он все время хихикает. Мне это не нравится». А она уже смеется отчасти. Уже хихикает. Ну-ка, захихикай. Захихикай. О, ты правильно хихикаешь? Я, честно говоря, не понял, чем именно здесь недоволен итальянский фанат. И как именно там Миранчук должен себя проявлять на поле. Он должен плакать или еще что-то делать. Но, в общем, здесь вот эти претензии мне совершенно непонятны. В общем, итальянцы пытаются докопаться до каких-то мелочей и вот таким образом раскритиковать Миранчука. На мой взгляд, очень странное начинание. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансово донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!